это хорошо работает. Ток в конце гребка. Туда направо, обратно налево. Ежедневные тренировки – залог успешной спортивной карьеры, говорят воспитанники Одинцовской спортивной школы. В сентябре на всероссийских соревнованиях ребята выполнили норматив мастера спорта по плаванию. Эти соревнования у нас проходили с 20 по 24 сентября в городе Рузе. Наши ребята от нашей школы отобрались в сборную Московской области на чемпионат и первенство федерального округа. Центрального федерального округа. Вот. Эти соревнования проходят у нас два раза в год. Один раз вот в Рузе, один раз в Обнинске. И наши ребята регулярно от нашей школы там выступают. И вот на этих соревнованиях они выполнили норматив мастера спорта. Матвей Овсейчук и Данила Леонов. Мы за них очень рады. Даниил пришел в плавание еще ребенком. Сейчас ему 20 лет. И он продолжает заниматься у своих любимых тренеров. Спорт дисциплинирует и помогает во всех сферах жизни, уверен юноша. Были периоды, когда уже думал, что все, не идет. То есть это где-то первый-второй курс, сейчас я уже на четвертом. И потом пандемия, но бывают и настают моменты, как второе дыхание приходит. Я пришел после пандемии и вернулся в форму. Появилось какое-то воодушевление заниматься, и вот вышел на норматив мастера спорта. Недавно на чемпионате первенства ЦФО выполнил данный норматив. Тренировки и учебу ребята умело совмещают. Главное – поставить цель. День Матвея начинается с 6 утра. Он уверен, что плавание поможет всегда находиться в отличной спортивной форме. Я занял на первенстве Центрального федерального округа третье место среди юношей. И выполнил разряд мастера спорта России. И, в принципе, досталось довольно-таки легко, потому что я работал все эти 11 лет, достигал. Морально главное было подготовиться хорошо. И, в принципе, особых трудностей не было. С ними очень легко работать, потому что они уже взрослые, они понимают, что они хотят, целенаправленно шли к этой цели. Спортсмены ожидают результатов рейтинга, по которому пройдет отбор на взрослый чемпионат России. А пока пловцы готовятся выступить на чемпионате Московской области в декабре. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».